Господа, всех рад снова приветствовать на этом канале. Саня Сумской на связи. По просьбам зрителей и подписчиков этого канала просили сделать коротенький обзор магазина Primark или Primark. Все по-разному называют. Поехали, начинаем. Итак, мы внутри. Как видим, такие вот сумки можно брать для того, чтобы положить туда разный товар. И давайте смотреть, какие тут дешевые цены на все. Понятное дело, что вещи ширпотреб, как бы, в основном, но, тем не менее, люди покупают. Видите, очки по 2 фунта, бейсболки 2,50. Начнем немного с женского отдела, потом пойдем в мужской. Вот, смотрите, свитер такой, 10. Такой вот рюкзак, 10. Футболки разные, майки. По 4. То же самое видим, разные женские ночнушки по 3,50. вообще, да, дешевые цены, короче. Футболки 2,50. Тут тоже вот какие-то майки по 2 фунтика. Штаны, короче, вот разные женские, такие спортивные, он по 5 фунтов. Тут уже видим вещи подороже немного, по 17 фунтов. Так, эти по 12. А эти вот уже по 17. Вон такие джинсы имеются по 15. Тут по 13 видим джинсы. Так, смотрите, вот такие курточки по 10 есть. Такие баллонки, типа, легенькие. По 10 видим. Это вообще 9. Не знаю, как это называется. То ли свитер, то ли блузка. Вот такие вот легкие какие-то свитера по 5,50. Такие довольно качественные. Вроде бы как на первый ощупь. Так, продолжаем смотреть. Тут вот видим разные рубашки. 13. В общем, разная женская одежда, брюки он какие-то 13, тапочки 10, пожалуйста. Такие вот сумки женские, да, с первого взгляда вроде бы какие-то, может, дорогие, а на самом деле цена, как видим, 12. Поднялся в мужской отдел, видим, начался очередной ширпотреб, по 3, по 5 фунтов очки, солнцезащитные, так сказать. Такие вот сланцы, смотрите, фунт 50. Made in Primark даже подписано. Смотрите. Эти вообще по 90 копеек. Такие чисто одноразовые. Пару раз пройтись, пару метров, и все. Все отпадет. Так, тут также присутствуют одеяла всякие. Не знаю, с какой ценник, на 18. Какой товар. Ну вот остальные видим 6, 7. 9, в зависимости от размера, то есть сингл, кровать, дабл. Ну, может, там от фирмы еще отличие какое-то есть по ценам. Полотенца тоже продаются здесь, вот разные. Ценника, кстати, нету. Или есть? Есть фунт 30, видим, такое маленькое полотенце. Так, и что тут еще есть интересное? Вот для мыла в ванную есть такие вот бутыльки. Также вот еще эти коврики по 4 фунта. Также вот есть коврики по 4 фунта для ванны, для туалета. Так, тут отдел рубашек всяких. Видим, рубашка вот стоила 5-10 фунтов, а сейчас вообще стоит 5. Видите, магазины только открылись недавно. Первые дни вообще были очередя по 100, по 150 человек. Поэтому даже не думал заходить. Вот, смотрите. Туфли. Не знаю, конечно, что тут за кожа у них. Ну, по цене 16 евро даже. Ого. Не фунтовые евро. Ничего себе, что-то они тут намутили. Тут вот разные штаны.
типа джинсы, но я не знаю, как они, короче, называются. Кто знает, пишите в комментариях. Вот по 9 фунтов штаны. Тут все размеры есть, как бы любой себе подберет. Так как видим, люди уже посмотрели штанишки, поразбрасывали. Никто пока марафет никто пока не наводит. Ну пусть валяется, разберутся. Так, тут какие-то уже более спортивные. Так, где тут ценник? Ценнику пятнашка. А здесь уже джинсы начались, видимо, разных цветов. А, тоже, кстати, недорогие, по 10 фунтов всего лишь навсего. Так, подошел я на отдел ремней. Видим цены. 2, 4. Ну, ремни, естественно, кожезаменитель какой-то. По обуви давайте пролетимся немного. Есть вот разные туфли, тут мокасины, короче, все подряд намешано. Давайте посмотрим. Такие вот туфли есть, 18. Такие вот типа туфли мокасины, кстати, с мягкой стелькой, Стептроник. Было 10, стало 5. Вот так вот. Такие по 10 вот. Полукеды, полукроссовки. Итак, раздел трусов мужских. 7 фунтов видим за 3 штучки. Кое-какие 8 стоят за 3. В общем, такие вот толстовки тоже имеются. По 8 фунтов. Кстати, довольно-таки прочные, хорошие. Примарк подходит тут для строителей, для стройки. Штаны здесь вот такие толстовки, футболки можно покупать. Как раз идеально все подходит. Так, такие вот пляжные шорты имеются. Скоро сезон купальный начинается. Такие обычные на ощупь. По цене, видимо, 5 фунтов. Такие вот летние рубашки. Новых моделей. Только завезли. Так, что по ценам? 9. На этом наш обзор в самом дешевом вещевом магазине Лондона завершился. Не забываем по возможности поддерживать. Проставляем пальцы вверх, пальцы вниз, комментарии, подписки, колокольчики. Также пишите в комментариях, из каких еще магазинов ждете коротенькие обзоры. На этом ролик завершается. Всем спасибо за внимание. До связи в новых видео. Пока-пока.